Добро пожаловать на обзор недели. Сегодня мы затронем три темы. Первая и самая важная – это продолжающаяся незаконная блокада и осада Арцаха режимом Алиева. Вторая тема – недавнее соглашение о поставках электроэнергии между ЕС и страной Алиева, которое подверглось большой критике. И, наконец, в третьих – это некоторые размышления о нас и о нашей стране на данном этапе. По состоянию на утро 21 декабря, а мы снимаем передачу в среду утром, блокада продолжается. Судя по поступающим сообщениям, гуманитарная ситуация все ухудшается. В Арцахе начинается серьезный дефицит продовольствия, и ситуация становится все более безнадежной. Совершенно очевидно, что целью режима в Баку, по сути, является этническая чистка путем голода. Подозреваю, что через пару дней они объявят о гуманитарном жесте, позволив всем желающим выехать из Арцаха. По сути, это мягкий способ этнической чистки, при котором позволяют выезд людей без права на въезд чего-либо или кого-либо. На данный момент известно, что есть нехватка базовых овощей на рынках, наличные в банках заканчиваются, жизненно важные лекарства, особенно для людей, которые нуждаются в ежедневном приеме, начинают заканчиваться или уже закончились. Есть десятки пациентов, которые нуждаются в медицинской эвакуации, но они застряли в ожидании своих жизненно важных операций. Несколько дней назад поступило сообщение о первой смерти, о первом человеке, убитом режимом Баку посредством этой блокады. Десять детей прямо сейчас находятся в реанимации и не могут выбраться из-за блокады. Вероятно, через несколько дней возникнет необходимость создания воздушного моста, в противном случае произойдет полная катастрофа. Теперь перейдем ко второй теме недели, к недавно объявленному подключению страны Алиева к электрической системе ЕС. Лидеры нескольких стран, Румынии, Болгарии, Азербайджана, а также лидер Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, собрались, чтобы подписать соответствующее соглашение. Согласно сделке, электрическая система Азербайджана соединяется с остальной Европой через Грузию и Черное море. На самом деле здесь немного меньше мошенничества, нежели в случае с газовой сделкой, но и в данном случае имеются фундаментальные проблемы. Одна из них это расстояние, которое необходимо преодолеть, и потери электроэнергии, возникающие из-за этого расстояния. Во-вторых, существуют гораздо лучшие и более дешевые альтернативы, особенно на Балканах. Если речь о зеленой энергии, а в черноморских регионах всех этих стран есть гораздо больший потенциал для возобновляемых источников энергии, которые при этом намного дешевле. Что касается солнечной энергии, то вся Южная Европа может производить электроэнергию гораздо дешевле в сравнении с причудливой идеей ее доставки из другой части мира. На самом деле ни у одной из стран или регионов нет больших преимуществ в экспорте электроэнергии или в подключении к европейской электрической системе. Что мы должны понять из этого? Очевидно, что это выглядит вопиюще в период, когда происходит незаконная блокада Арцаха, даже если ЕС не стремится к тому, чтобы сделка рассматривалась как зеленый свет для режима в Баку. Но на самом деле в случае с таким примитивным режимом, коим является режим в Баку, он так и воспримет это соглашение. Зная, как работают бюрократические системы, откровенно говоря, это может быть что-то чисто бюрократическое, необдуманное заранее или не запланированное. Мы этого не знаем. Мы не можем наверняка знать, это политически мотивированные действия или нет. Но я приведу аналогичный сценарий. Только представьте, мыслим мы ли в чтобы в 1992 году, когда продолжалась осада Сараева, чтобы президент любого из европейских государств встретился с сербским лидером и подписал что-либо по любому вопросу это почти невозможно себе представить. О чем это свидетельствует? О том, что когда дело доходит до принесения в жертву, мы стоим на несколько ступеней ниже мусульман из бывших югославских республик, своего рода священных жертв. И мы определенно на много ступеней ниже жертв с правильными врагами, таких, как наши украинские друзья. Мы должны понимать одно и понимать это ясно. В настоящее время политика ЕС на самом деле не так уж далека от политики режима Алиева. Они хотят этнической чистки в Арцахе. Они просто хотят этого без сопутствующих массовых захоронений, к которым склонен режим в Баку. Почему это так? Потому что, честно говоря, гораздо проще платить за беженцев и другие вещи, возникающие после такого рода событий, нежели брать на себя юридическую ответственность. Потому что на данный момент мировые державы действительно несут ответственность за защиту, это прописано в международном праве. И прямо сейчас нет ни одной другой группы людей в мире, которой угрожает большая опасность геноцида, нежели армянам Арцаха. Но для этого требуется политическая воля. И это то, чего страны, как правило, не хотят делать, потому что гораздо легче справиться с последствиями катастрофы, а не с ней самой. Как я уже сказал, такова их нынешняя политика, но это не означает, что политика неизменна. Ей нужно бросить вызов, указать на их лицемерие, постоянно трубить о европейских ценностях, подвергать астракизму и пристыжать, заставляя поступать правильно, хотят они того или нет. И в этом сценарии абсолютно необходимым первым шагом является интернационализация этого вопроса, которая начнется с массированных воздушных перебросок под эгидой Запада для прорыва блокады. Интернационализация этого вопроса на самом деле является единственным способом решить проблему в долгосрочной перспективе. Пытаясь понять политику ЕС в этом регионе, я думаю, что есть еще один фактор, на который нам нужно обратить внимание. Он не из приятных, но это своего рода реальность, которую мы должны понять и осмыслить. На этой неделе разразился грандиозный скандал. Стало известно, что вице-президент Европейского Совета, по сути, брала взятки от правительства Катара, чтобы улучшить имидж страны во время чемпионата мира по футболу. Мы также видели, как бывшие лидеры ЕС, такие как Герхард Шредер, бывший канцлер Германии, буквально получали зарплату у Путина через Газпром. Очевидно, что есть десятки случаев, когда режим Алиева подкупал различных членов Европейского парламента, а также людей в структурах Евросоюза. Это показывает нам, что политику ЕС во многих случаях можно купить, особенно в тех регионах мира, которые не являются зонами их основных интересов. Очевидно, что не каждое решение принимается подобным путем. Но в виде случаев коррупции было бы довольно наивно не верить, что это возможно. Итак, после всего этого, и учитывая политику ЕС в регионе, нацеленную на этнические чистки, я не говорю, что это основная движущая сила, но для нас игнорировать такую вероятность значит быть простодушным и слишком наивным. Теперь перейдем к последней части программы, которую я называю порцией жесткой любви. Это о нас и о том, в чем заключаются наши обязанности. Легко обвинять других, ЕС, Россию или кого-то еще, но в конечном счете защита армян Арцаха на самом деле является нашей ответственностью. Даже если мы не можем выполнить эту обязанность, даже если это не в наших руках, это на самом деле позор. Нас должен унижать факт, что есть 120 тысяч армян, которые живут по прихоти этого дегенеративного режима которые не имеют права управлять даже собственным народом, не говоря уже о 120 тысячах армянах в Арцахе. Итак, я хочу пройти по различным группам и институтам в нашем собственном обществе и задать им вопросы. Начну с церкви. Где ваши караваны со священниками, везущими грузовики к Бердзорскому коридору? Даже если вас остановят, вы можете устроить там сцену, требуя, чтобы российские миротворцы вас пропустили. Представьте, как это будет смотреться по телевидению и в пиар-кругах по всему миру. Что вы делаете для того, чтобы инициировать движение христианской солидарности по всему миру, вовлекая католическую церковь и другие институции? Поддерживаете ли вы связь с московским патриархом? Возможно, он может быть вовлечен в этот процесс, может быть, он с вами поедет туда, а может быть, он не сможет этого сделать, но вы всегда можете спросить, а они всегда могут сказать, нет, что вы делаете на этом фронте, вы действуете или нет, потому что если вы действуете, мы этого не видим. Давайте перейдем к нашему гражданскому обществу и нашим активистам. Где вы? Где штаб вашей компании солидарности с различными общественными движениями по всему миру? для создания сети освещения этих проблем, для поддержки народа Арцаха по всему миру. Почему вы не организуете группу из тысячи человек, которая пойдет границы с требованием перемен и действий? Правительство и дипломаты, достаточно ли вы делаете? Я не думаю. Я уверен, что вы делаете что-то за кулисами, и я уверен, что вам велели сидеть тихо, не шуметь, потому что другие, более крупные страны, что-то тоже делают за кулисами, и не стоит вести себя провокативно. Но чему мы научились за последние 30 лет, так это тому, что побеждает не разумная сторона, а сторона провокатор. Так что не слушайте, что они вам говорят. Где ваши призывы к организации воздушного моста, чтобы прорвать блокаду? Потому что именно к этому все идет, и через пару дней кризис будет у порога. Правительство Арцаха уже сделало этот призыв, и вы должны присоединиться к их требованию. Где ваши усилия по публичной пропаганде доктрины об ответственности за защиту, которая является юридической ответственностью, учитывая то, что режим Алиева преподнес нам подарок? Они заявили миру, что их намерения являются геноцидальными. Почему вы не поднимаете этот вопрос публично? Опять же, я уверен, что вам велят молчать и быть дипломатичными. Но сейчас не время молчать или быть дипломатичными. Теперь перейдем к нашей диаспоре. Почему ваши представители не стоят перед зданием парламента ЕС? Что вы делаете в Конгрессе Соединенных Штатов? Что вы делаете, чтобы привлечь внимание СМИ к тому, что происходит в Арцахе? Недавно я читал газету самой большой общины в Соединенных Штатах, которая выпускается в Лос-Анджелесе. И за 10 дней там появились статьи обо всем. Но не было ни одной статьи об одном из величайших гуманитарных кризисов в мире о том, что происходит в Арцахе. Чем вы занимаетесь? Почему вы не активны? Почему не слышен ваш голос? Перейдем к нашему IT-сектору. Где ваши беспилотники на границе, доставляющие лекарства в Арцах, людям, которые в этом нуждаются? Они заявят, что будут сбивать все, что летает, что доставляет гуманитарную помощь. Но вы позвольте им это сделать и придайте это огласке. В жизни есть нечто большее, чем высокие зарплаты и поездки на Бали. Наша оппозиция. Почему вы не на передовой? Почему вы не доставляете помощь? Почему не поднимаете шум? Это позволило бы вам укрепить свои политические позиции и унизить правительство за его бездействие, набрав политические очки. В заключение, настало время перестать быть добрыми и бороться так, как будто последствия не имеют значения. Нам нужно выучить одно слово, и это должно стать нашим руководящим принципом. Это слово сопротивление. Сопротивление всем и всему. Сопротивление режиму в боку его тактики. Сопротивление всему миру. Это должно впредь стать нашим принципом работы. Давайте будем работать над этим. В заключение скажу, что это наш последний выпуск обзора недели в этом году. Мы сделаем перерыв на пару недель и вернемся в конце января. Однако, учитывая текущую кризисную ситуацию, я буду принимать участие в других передачах CivilNet, информируя вас о новостях, как и все остальные члены нашей семьи CivilNet, которые делают это ежедневно. Спасибо, что присоединились к обзору этой недели.